Хабаровск отмечает свой день рождения. 158 лет со дня основания. Поздравить именинника вышли около 20 тысяч горожан. Они прошли в праздничной колонии по центру города. Все выходные в парках и скверах звучала музыка. На площадях выступали творческие коллективы. А вечером в небе над Амуром вспыхнули букеты цветов. Открыл театрализованное шествие сводный оркестр 5-го международного фестиваля «Амурские волны». Как только отгремели ноты марша, на площадь выдвинулась театрализованная колонна. Отличный город, супер. Еще и погода такая праздничная, нарядная. Всех с праздником. Не хочу отсюда ехать, у нас самый красивый город. Он растет и строится, я его очень люблю. Супер, все супер. Молодцы, все с днем города. Ура! В праздничной колонии рабочие крупных предприятий города, а также представители диаспор. На Дальнем Востоке их прабабушки и прадедушки строили железную дорогу, обустраивали села и возводили города. Самый доброжелательный город, самый хороший, самый красивый, самый чистый. Отлично, уже 30 лет здесь. Раньше уходили, видели, да, по базарам, а теперь нет, все учебы. Учатся в техниках, в институтах. Я сама 2 выше закончила. Более 20 тысяч хабаровчан приняли участие в театрализованном шествии. Трудовые коллективы с трибун на площади имени Ленина приветствовали руководители края и города. С праздником, дорогие хабаровчане! С днем рождения города! Весь день на городских площадях и в парках звучала музыка, а вечером сотни горожан устремились на набережную Амура. В 22 часа вечернее небо раскрасили тысячи огней. Вообще классный. Абсолют сегодня классный. Я люблю свой Хабаровск. Татьяна Токарь, Дмитрий Еремин. Хабаровская студия телевидения.